Муслим Магомаев родился в семье, которая возлагала очень большие надежды на него как на музыканта. И эти надежды оправдались. Родился мальчик с очень большими музыкальными способностями. Еще будучи совсем ребенком, он подходил к роялю, и, кстати, вот уже композиторский дар, и наигрывал какие-то мелодии, какие-то фантазии одним пальчиком. И вот в пять лет он сочинил, ну, в том числе и другие, но вот одну мелодию, которую он потом запомнил. Вот послушайте, какая это была мелодия. Они написали песню, которую назвали «Соловьиный час».